В Государственном историческом музее Южного Урала открылась выставка «Великий перелом». Проект посвящен событиям 1942-го, начала 1943-го года. Экспозиции повествуют о героической борьбе советского народа в ходе обороны Севастополя и Сталинградской битвы, итоги которой стали следствием начала переломного этапа в Великой Отечественной войне. Выставка познакомит не только с обстановкой, сложившейся на фронте, но и покажет роль Южного Урала в этот сложный период. Как проходила эвакуация, какие предприятия действовали на территории Челябинской области, как был устроен быт южноуральцев. Ответы на эти вопросы позволят найти предметный и визуальный ряд экспозиции. Выставка работает в фойе Западной башни музея до 26 марта.